Добро пожаловать в игровую комнату. Продолжаем играть в Ведьмак 2. Король убил короля. Зубастый меч. А, ну супер. То есть можно было вообще не париться. Вон он. А, это мой меч. А, окей. Крепкий длинный меч. Это его меч был. Снижение урона при блокировке плюс 10. Ну, такое себе. Самое главное, 31% кровотечения и тупо ни разу не сработал, походу. Бежать за Роше, чтобы спасти Трис. Ну, понятно. Ну и чё ты там встал? Упырь ты. Хороший был бой. Давай, Роше, шевели своей сракой. Отвратительно. Скотина без меня не пойдет. И да, я за тобой иду. Давай, беги уже. Еще бегают медленно. Еще, небось, выберет самый длинный маршрут. Да? Ну да. Реально самый длинный выбрал, скотина. Теперь, когда Йорвит у нас, здесь все изменится. Ну да, ну да. Опа, какой-то праздник. Ну, понятно. Триумф. Да здравствует ведьмак Геральт! Да здравствует Вернон Роше! Ваше здоровье, милостивые государи! Слава Тимерии! Похоже, мы дали этой гниде повод для пиршества. Открывайте бочки с лучшим вином! Запекайте поросят! Я объявляю праздник! Развлекайтесь, милздари! Я плачу, хоть с вас сегодня ни один трактирщик или девка не взяли бы ни гроша. Здоровье героев! Пей, ведьмак! В другой раз. Негоже это, но ничего не попишешь. Будь здоров, Вернон. Будь здоров. Не беспокойся за нашего узника. Мы за ним присмотрим. Я должен найти Трис. Может, Лютик что-нибудь знает. И тогда Геральт стянул чудище серебряной цепью, да так, А вот и он сам, собственной персоной. Дамы и господа, позвольте вам представить Геральта из Ривии. Я тебе беспокоился. Лютик, надо поговорить. Геральт, ты теперь герой Флотзена. Выпей, Лоредо угощает. Потом, Лютик. Сейчас времени нет. Ты не хочешь со мной пить? Нужно найти Трис. Ты ее видел? Трис? Ой, Трис. Я совсем забыл.
Она пошла к Шале, та снимает комнату в трактире, хотела взглянуть на этот, как его, мегаскоп, или как его там называют. Еще раз за здоровье прекрасных дам! Прекрасным дамам придется подождать. Ты мне нужен, идем. На счастье, я раздобыл ключ от гнездышка Шалы. Не спрашивай меня как, это тайна. Да-да-да, и так ясно. Кровь. У меня дурное предчувствие. Ну да. Все это не к добру. Да ты шо? Может, по следам что-нибудь разузнаем? Это подручный Шалы. Ему свернули шею, ран нет. Это не его кровь. Трис вошла, свернула шею стражнику, а потом поранилась. Не понимаю. Все перевернуто. Кто-то не церемонился. Не понимаю. Здесь должен был быть кто-то еще. Много крови, слишком много. Лютик, смотри. Это что? Это что? Тут дырка в стене, через нее могли подглядывать. С той стороны находится бордель. Может, мадам видела, что здесь случилось? Идем. Привет, Лютик. Вам повезло. Сегодня мы даем за даром. Но если хотите вдвоем на одну, придется доплатить. Дере, это ведьмак Геральт. Нам надо просто поговорить. Расскажи, кто был в этой комнате в течение последнего часа. Я и Гарвена. Гарвена? Мадам. А что нужно? Трис Меригольд, рыжеволосая чародейка, была в комнате через стену. Ты знаешь, что с ней случилось? Нет, мы не подглядывали. Я ничего не знаю. Не бойся. Будь добра, расскажи нам обо всем, что видела. Я же знаю, что ты подглядывала. Гарвена была какая-то беспокойная из-за этого праздника. Велела девушкам обслуживать клиентов за так. А меня забрала в комнату, и мы занимались любовью. И когда я уже почти... В общем, мы услышали разговор, и Гарвена решила посмотреть, что происходит. Там была эта чародейка с Седриком. С Седриком? Ты уверена? Да. Мы тут с Гарвеной поспорили, кому смотреть в щелку. И в конце концов она дала мне заглянуть. Трис сказала, мол, проверит, с кем в последний раз говорила королева льда. Она подошла к зеркалу и что-то прошептала. Тут все засверкало, и появился ужасный человек. Как он выглядел? Как ящер. Голодный старый ящер. Не знаю такого. Трис так удивилась, а ящер ей говорит. «Что ты так побледнела, Меригольд? Будто духа увидала». Тот усмехнулся ядовито, а Трис говорит. Что ты так побледнела, Меригольд, словно духа увидела? Здравствуй, Детмольд. Мне было интересно, с кем это разговаривала Шиала. Все шпионите друг за другом, а я не знал. О чем ты хотела поговорить? Я преследую убийцу королей. Может, знаешь что-нибудь? Аж мурашки пробежали. Кем бы он ни был, с ним все кончено. Когда убийца королей доберется до твоего владыки, ты запоешь по-другому. Меригольд, думай хоть немного. Ты несешь такой бред, что позоришь всех чародеев. Фальтест мертв. Это, между прочим, твоя вина. Твоя, и если верить слухам, твоего ведьмака. Ты ведь не веришь в это? Не важно, во что я верю. Важно, что люди говорят. В Тимерии тебе конец. Твоему ведьмаку тоже. Если только вы не поймаете убийцу. Скажи, о чем вы разговаривали с Шиалой? Зачем это? Потому что Шиалу ты ненавидишь. А я тебе просто не нравлюсь. Ты же не упустишь случая, чтобы попортить ей кровь? Ты права. Шала хочет выбить меня из седла. Занять мое место рядом с Хенсельтом. Но как?
Ведь Хенсельд ненавидит чародеек. Хенсельд потерял сына, и он никак не может зачать наследника. Он уже не молод. Шиала обещала ему потомка. Сказала, что гарантирует ему отпрыска, если только король найдет себе молодую и сильную женщину. Достаточно будет ее... Я знаю, откуда берутся дети. Докажи, что она лжет, и я буду тебе очень признателен. Я не могу этого доказать. Так что у тебя неприятности. Не торопись. Я все еще играю первую скрипку. Что замышляет Хенсельд? Ты что, головой ударилась, Меригольд? Радуйся, что я вообще с тобой разговариваю. Я должна знать, что происходит. Помоги мне, Детмольд, и я тебя отблагодарю. Ты не скажешь мне ничего полезного, потому что ничего не знаешь. А твоей благодарности мне не нужно, потому что ты не в моем вкусе. Ты слышал, что Филиппа уехала из Редании? Слышал. Ты знаешь, где она? Знаю. Но сперва ответь на мои вопросы. Будь по-твоему. Один твой вопрос в обмен на информацию о Филиппе. Чего добивается Шиала? Что она хочет в обмен на чудодейственное лекарство? Должности королевского советника и 3 алхимических лаборатории в собственность. Это даст ей жалкие 500 гривен дохода в год. Так, так. Будь на то моя воля, я бы ее собаками затравил. Твоя очередь, Меригольд. Филиппа находится в Вергене. Это маленький городок у границы Айдирны и Каэдвена. Я прекрасно знаю, где это. Там как раз собрались остатки войск Айдирна под командованием какой-то девки, которая якобы убила дракона. И что за девка? Предводительница сброда из крестьян, обедневших дворян и нелюдей. Даже принц Стэннис, сын Демовенда, вынужден с ней считаться. Но все это не имеет значения. Хенсельд пройдется по этой рвани и разгонит их батагами. Что там делает Филиппа? Ты слишком мало знаешь, Детмольд. Я не смогу тебе объяснить. Прощай. Вот и все. Больше я ничего не видела и не слышала. Ты раньше подглядывала за Шиалой? Я пробовала, но она всегда наводила чары, и ничего не было ни видно, ни слышно. Всегда? Однажды забыла. Сидела перед зеркалами своими и шептала: «Где ты, где ты?» И все. Правда. Что осталось с Трис и Седриком? Я не знаю, что было потом. Меня Гарвена отпихнула и сама смотрела. Я слышала треск, крики и звуки борьбы. Гарвена завесила дырочку картиной, была вся бледная, и велела мне молчать. Мы посидели минутку, и когда все стихло, вышли. Гарвена пошла в свою комнату. Короче, и Гарвене потом я надо. Ее уже не видела. Но я заметила Седрика. Он шел к лесу и так шатался. Лютик, жди меня здесь. Я иду за Седриком. А Гарвена? Сейчас узнаем. Кровь Седрика покажет, куда он пошел. Надо будет продать. Слышала про новую позу? Ведьмак из стыка. Опа. Ведьмак выпивает, ну, чтобы усыпать. Ох, холера. Мы опоздали. Но почему? Не знаю. И, наверное, мы никогда этого не узнаем. Да я нет, иду она... за Седриком. Она, наверное, вот это узнала. Точнее, увидела. Прощальное письмо Гарвены. Опача. Предсмертная записка Гарвены. Я вижу, что мне уже не спасение, нет спасения. Вот-вот раздастся топот кованых сапог на лестнице, а затем кулаки в латных перчатках станут долбиться в мою дверь.
Признаюсь в том, что я донесла сведения Йорвиту по имени своей посредницы, не выдам. Бернард Лоредо – похотливый кабан, и я надеюсь, что кто-нибудь задержит его, как свинью зарежет. Признаюсь в том, что я желала смерти всем тем отвратительным типам, что приходили ко мне в бордель, чтобы насытить свою похоть, а потом возвращались по домам бить жены, хлебать пиво. Я ненавижу это место и рада, что наконец ухожу отсюда. Хоть и не так, как мне было хотелось. Вы, те, кто читает это письмо, знаете, что мне было наплевать на Скайтаэлей. Я просто хотела вашей смерти. Гарвена. Понятненько. Печально. Но она стала этим бароном вишней, черешней. Который из них Фольтост? Может, тот, который найти Седрика. Так, Седрик. Найти Седрика по кровавым следам по поиске очень. Эликсир кошки. Зачем, если у меня есть медальон? У меня же есть медальон. Обязательно кошка надо. Седрик, ну где ты? Сюда, что ли, пошел? Да вроде нет. Ты заплатишь за нашу кровь, ведьмак! Взять его! Да-да, смерть Лоредо. Там кровь. На вид кровь. Походу все же сюда. Вот кровь. Сюда, что ли? Да, сюда. Человек, придется начать сначала.
Значит, не сюда. Так, стоп. Ять. Ну вот кровь. Вот еще кровь. Ты сказал что? Или просто пернул? Тут следов нет. Знаешь сказку про мальчика, который кричал волк? Сколько крови. У меня мало времени. Он пошел медленнее, слабеет. Он так. Не мог уйти далеко. Я на правильном пути. Скайтели даром времени не теряют. Этот мужик не поможет мне найти Седрика. О, нашел. Кайд Миль. Гвинблейд. Я уже не чувствую боли. Я всегда хотел умереть среди деревьев. Что произошло, Седрик? Трис попросила помочь. Я убил Тхойне, который охранял дверь, и мы взломали ее. Я убил еще Тхойне. Я знаю. Где Трис? Что случилось? Пришел ведьмак. Он бросился на нас. Я пытался защитить Трис, но он слишком быстрый. Он ударил Трис. Она не успела произнести заклятие. Он знал, как бороться с чародейкой. Потом велел ей запустить мегаскоп. Сказал, что ему нужно в Айдирн к Вергену. Это краснолюдское поселение. Трис сказала, что это безумие, что нет координат. Он так на нее посмотрел и говорит: «Ты уж постарайся, потому что тебе идти первой, а я буду сразу за тобой».
Потом я потерял сознание. Когда очнулся, их не было. Я знал, что умираю. Лес меня зовет. Зачем, Седрик? Зачем ты в это впутался? А ты? Иногда просто так надо. Я говорил, что у меня бывают видения. Поэтому я и пью. За хмелем ничего не видишь. Ничего не чувствуешь. Тихо, Седрик. А теперь я все вижу. Ты должен вернуть память. Только так ты поймешь, кто и зачем убивает королей Тхойне. Как это сделать? В Айдирне. Вместе с зараженным черной магией. Духи умерших выйдут на великую битву. Спаси их души. И вернутся воспоминания. Все, спи спокойно, бро. Что это? Лес? Они здесь. Они пришли попрощаться. Мой лес. Вафайль. Гвинблейд. Прощайте. Геральт, куда ты подевался? Убийца королей, холера. Ушел прямо из рук. Сбежал? Телепортировался в Эйдирн. То есть как? Заставил Трис его перенести. Курва! Руше велел тебя найти, мы отплываем. У него появилась новая информация. Скаэтаэль его тоже что-то готовит. Что планирует Роше? Он очень ругался на Лоредо, значит, думаю, дело в коменданте. Что-то очень серьезное. Золтан, что задумали Скаэтаэли? Они хотят отбить Йорвита и других пленников. Им твоя помощь не помешает. Когда это ты примкнул к Скаэтаэлям? Да не в том дело. Их собирают в Дракенборг. Это лагерь для нелюдей. Долбанный памятник людской ненависти. Скаэтаэли не доверяют тебе. Мне, в общем, тоже. Но ты можешь это изменить. Я поговорю с ними. Может, Роше или Скаэтаэли хоть на что-нибудь пригодятся. Да. Так, все. Спасибо. И до следующей встречи.